дальше от Мурена и ближе к заветной реке, тем холоднее и снег лежит. Скажи, эта погодка, походу, надо дома сидеть в ламбаторе. Вот это я точно знаю. На Титаймине не едем. Ну да. Холодно. Ради Таймени, ради красот монгольских. Да, тут снег уже, походу, вообще не растает, наверное. Так что, ребята, нам холодно будет там, 100%. Говорю, у нас на этот случай вроде как предусмотрели все. Зимнюю палатку взяли, печурку взяли, долгоиграющую. Надеемся, что все будет нормально. А смотри, нет, его нет, он уже вверх поднялся. Дождался бы. Более зима, едем за Таймени. Что-то непонятно, что он застрял, он его ночевал. Ну это монголы. Это монголы, друган. Сюда подъедь с монгольскими экстремалами. Ну и чё, ёк? Застрял, что ли? Чё? Застрял. А? Ну-ка, ёка, подержи камеру. Ну, они обижали, короче, это. Там застряли. Чё, им надо
зарылась. Ну, потянуть надо. Кто потянет? Нас, видимо, ждут. Сейчас я выйду. Да ну. Да, его потолкнуть. Ёпарасоте. А он-то что сюда поехал на своей этой резине? Да это вот все. На своей резине, на этой беспонтовой. Это, ёк, ну на это поснимай пока, я сейчас тогда жопой подъеду. А у них есть троса? Ну вот есть. Ну не трос, а это веревка. А УАЗик как толкнуть? Надо потолкнуть его, говорит. Сейчас посмотрим, что он. Потолкнуть надо его. Лёка, забрызгаешься. Не, подожди, стой. Надо раз-два. Надо с раскачкой. Да он не выйдет так. Скажи, надо с раскачкой вместе. Ты этим говори, пусть раскачивают. Раз-два. Да не. Надо. Йок, скажи, время теряем, пусть трос достает, дернут. Все, хватит. Все готово. Помаленьку. Все, он застрял. Бегай! Дело сделано. Ай, он же надо. Я сейчас сагал. Thank you.
Дядь Лёнь, да. Расскажите, каково это чувствовать себя героем? Блядь, это вообще, еще бы они мне вот это разрешение бы на тайме не дали бы, я бы вообще покрасовывал. Я бы до муре это, таганур дает. Ну ладно, давай. Да, вот расти отсюда. Монгольский герой, Лёш. Плюс этот, как этот, бампер дернулся, когда вы это потянули, чуть не оторвался. Не, ну понятно, хотя тем более, ну это когда тросом уже подсоединено было или нет? Да, вот когда последний раз тянули. Ну да, трос уже, конечно. Toyota Prado рулит. Я вам скажу, конечно, если с прицепом бы сюда поехал, я бы, возможно, бы не доехал. Есть нюансы. Есть нюансы. Даже не здесь, а там мы вот проезжали, я там не снимал. Так что хорошо, что УАЗик наняли. Это нам дешевле обойдется. Дешевле обойдется. У нас была информация, что при встрече вот такого места все пытаются объехать, все застревают, надо, говорит, ехать прямо по луже. Вот поэтому у нас все нормально, едем дальше, еще 70 километров осталось. Вертолеты здесь не летают. Йоко-сан у меня уже поспал, сейчас он прямо на бодряке, говорит, да, Леня готов, говорит, сутки сейчас, говорит, ехать. Thank you.
Экстрим добрался. Спасибо, Йоки. Йоки, я все время за рулем ехал, я спал. Приехали в деревню, отметились у погранцов. Все серьезно. Сразу вопрос: от кого, кому, зачем. Здесь национальный парк плюс пограничные, приграничные зоны, так что, ребята, тут все серьезно. Без документов здесь делать нечего. Как у нас в России, поехать в заповедник и никого не предупредить, это здесь такая штука не проканает. Саймон? Нет, Сумон. Сумон. Сумон, название Сумона у нас Цыган-Ур. Цыган-Ур. Что означает белый хвост. Значит, белое гнездо. Белое гнездо. Белое гнездо. Цыган-Ур. Не знаю, как они это изначально думали. Если дословно перевести сейчас. С монгольского, да? Да, с современного монгольского. Белое гнездо. Приехали мы в Белое гнездо. Может, это Белое гнездо, знаешь, из-за чего? Что ж, белогвардейцы наши здесь гасились. Едем покорять реку Ур. Точнее, она покоренная. Просто. А? Окей. Вот это. Водила. What is the name? Игур. Сцепление хероватое. Все, едем к берегу. Лодку загрузили. Ох, там грузы там у нас, мама не горюй. Не знаю, как мы вывезем это все. Но сейчас будем пытаться. Сейчас. Мы не полностью загружены. Бензин в УАЗике оставили. Сейчас километров 30-40. Может, поменять.
телега проедет, мы там заберем. Поднимемся, немножко израсходуем бензина, так, чтобы полегче было. Спуск у нас. Разрешили, так и грузимся. Нам на этой базе разрешили разместиться. Тут база из трех домиков. Вчера получили все лицензии, какие только возможно. Это имение. $200 отдали. Там на мелкую рыбу тоже отдали, я там уже не помню сколько денег. Разрешение взяли, въезд на приграничную зону туда, получается ближе к Бурятии, к границе Бурятии. Ну сложно все, сложновато, конечно. Не как у нас в России заповедные места, нужно потихоньку прорываться. Ох ты, без всяких документов. Здесь опасно. Страна чужая, законы другие. Накажут так, что потом вообще в Монголию пускать не будут. Я в Монголии я планирую куда 2-3 как минимум задержаться. Потому что здесь еще исследовать и исследовать. Привычки глаза щурят, как кусты. Думали, УАЗик здесь не пройдет груженый. Не, прошел, взял все у нас. Все высоты взял. Поедем на Ур, по Уру вверх. На километров 150 будем подниматься. По крайней мере, как вода позволит. Вот река, куда я стремился целую неделю. Йока, самое главное забыли. Это хорошо, я посмотрел назад. Я-то считал, что уже все забрал. Ну что, лодка у нас готова, друган? Все, да, закидываем остальные вещи вперед. Посмотрим, как она тронется у нас. Это еще мы не грузили 150 литров бензина. Лодка у нас так нужна. Зима требует жертв, потому что много вещей. Бензогенератор, зимняя палатка, оборудование, караул, сколько много набрал. Сколько это? 3 или 4 ящика. Фото-видео.
да? Ну все, грузимся, поехали. Давай тогда отпускай, пусть едет. Мы сейчас тогда это с тобой загружаемся до конца. Все, и вперед. Ну все, говори, что мы там встрее, пусть тогда выезжает, и мы тогда сейчас это. Мы через минут 5, через минут 10, наверное, трогаем уже. А он что? Первые шаги на реке Ур команды Jet Extreme в составе Йока. Это монгольский участник. Страна Улан-Батор. И Алексей Владимирович Нестер. Выбор Jet Extreme – профессиональная фото- и видеотехника. Бинар – магазин фототехники.